Привет! И с вами Михаил Шилов, автор проектов makivara.ru, карикатура.ру, души.ру, будблог.ру и докторшилов.ком. Сегодня чуть-чуть о беге в новых и разных местах. Я нечто подобное уже говорил, но в этот раз хочу особенно подчеркнуть, как важно и как это полезно бегать в новых местах. Очень часто я слышу от тех людей, кому пропагандирую ЗОЖ, что трудно на отдыхе делать то же самое, что делаешь, или в командировках то же самое, что делаешь дома. Предположим, дома я встаю в одно и то же время перед работой, иду на стадион или в парк, занимаюсь там, и типа все нормально. А вот на отдыхе все не так, новые места какие-то, надо же разведать их сначала, посмотреть, что и как, и тогда уже только можно приступать к этим вещам, к пробежкам, к разминкам на улице где-то дома делать это, или в номере там отеля делать этого не хочется, особенно когда это командировка и отель такой только, чтобы переночевать. На самом деле все не так. Вот я по опыту, по личному скажу, друзья, что бегать лучше всего как раз именно в новых местах. Вы даже не заметите, насколько легко вы будете покрывать даже без плеера, даже без аудиокниг и без музыки новое расстояние или те же самые расстояния за гораздо меньшее время, то есть намного быстрее, и бежать вам будет намного легче. Вот эта вот сменяющаяся, значит, обстановка настолько сильно влияет на чувство времени, что пробежав там 5-10 километров, как вы там обычно бегаете, вам покажется, что вы пробежали намного меньше. Это вот отмечают, кстати, все, и дочка моя, и жена моя, которые бегают. Я это сам по себе постоянно вижу, поэтому я уже несколько лет так и поступаю. Куда бы я ни ехал, где бы я ни оставался. Вот сейчас я в Европе нахожусь, в городе Портарош, в Словении. Вот. А до этого у нас было много других стран и городов. Мы такие туры стараемся делать каждый год. Я бегу везде, где бы я ни был. Вот жена, дочь убежали сейчас. Я сейчас запишу видео и тоже побегу. Все время стараюсь сделать новый какой-то маршрут. Ставлю программу для записи трека. Рантастиком пользуюсь я. Ну, можно и другими программами. Это совершенно не важно. Рекламу я никому не делаю. Вот. И просто, чтобы посмотреть, сколько потом... Она мне говорит, сколько я пробежал. Расстояние, километраж, с какой скоростью. И мне легко очень оценивать в ретроспективе, как у меня прогресс идет. Я вижу, что он однозначно идет, понимаете, намного лучше получается все. Поэтому ничего не меняйте. Вот не меняйте ничего. Если вы бегаете с утра, то бегайте. А если вы не бегали, попробуйте. Может быть, именно перемена обстановки, а не день сурка, который у вас дома, позволит вам начать делать то, что вы всегда, возможно, хотели начать. Или если не хотели, то попробовали и захотите. Это занятие спортом, это утренние пробежки и тому подобное. Удачи, друзья. Всем пока.